Женщина, она не так, как мужчина подходит к бизнесу. Мужик, он что-то там анализирует, точки безубыточности ищет, ищет инвесторов, бизнес-план. Женщина просто собирает по инструкции из Ютуба букет из колбасы, понимаете? У нее получилось, она в какой-то момент такая... Так я же могу этим денежку зарабатывать. Денежку. Это четкая формулировка. Женщина таким бизнесом зарабатывает денежку. Не бабки. На бабки можно квартиру купить, машину, денежку. Она возьмет и понесет другой бабе с бизнесом. За ноготочки отдаст, понимаете? Да, третий, за штучку с бисером. И денежка пошла по кругу, вот так пошла. У одной бабы забери денежку, и вся эта схема рухнет нахуй.